Вот я думаю, где я вас видела? Я там, у нас много хороших. Я там играю почти в каждом спектакле, за редкими исключениями. Ничего, это вот... Там много героинь, но вы так выделяли. Много, я играю Дженнифер, я играю Ванду, маму, там три роли я играю в этом. Такие, правда, но это нельзя узнать. Мне очень понравился. Я потому думаю, мы придем к вам не в гости. Мне очень понравился спектакль. За билет заплатим на спектакль, да? А потом, ну, потом еще была на «Мастера Маргарита». Это ужасный спектакль. Ужасный, старый, ужасный. Поставленный давно. Все люди идут на название, его надо давно снять, но не снимают, потому что народ идет на название. Ужасный, ужасный спектакль. Ужасный. Я там не занята снимаю. Ну а сценарий-то хороший этого. А вот смотрели «Горе уму» я смотрела. Ходила, когда было чествование самого этого мэтра. Белинского. Белинского, ну, тоже, да. Я скажу, эпопея. Крутая. Ну, потому что, ну, он как бы история сам по себе, поэтому ему дали, он деньги принес, ему дали поставить. Ну, вообще мне понравился, кстати. Ну, во-первых, классика, она есть классика, даже текст слышать, это тоже неплохо. Ну, я хочу сказать, там единственная героиня мне очень понравилась, в лиловом она была. Ну, которая, Лиза или служанка? Нет, она не служанка, не Лиза, она не главная героиня. Одна играла из этих, из лиловой. Это была или Рубина, у нее небольшая роль, или Она выделялась просто, спасибо, потому что она настолько...